Так, вот это у нас такие дырки получились. Но изначально я их хотел одеть в филенку. Ну, филенка некрасиво. Вот просто покажу. Вот одели хотя бы такую. Яркого пятна нету, и оно теряет, сглаживается, ерунда получается. Значит, бока не трогаем. Так они останутся, просто завалим их. А вот эти места, хочешь не хочешь, их так оставлять нельзя. Ну, время его попортит. Значит, ну, я не знаю, как по-научному, я называю это, два башмака надо сделать. Один одеть отсюда, один одеть оттуда. Отфрезеровать, завалить. И эту часть примерно сделать полуовалом. Чуть-чуть ниже. И толщиной тоже, шириной, то есть не сильно широко. Где-то так. Ничего теряться не будет. Абсолютно не меняется. А так ерунда. А так будет нормально. Только тут надо края также дубом завалить. Это надо сделать отдельно и потом одеть. И там, и там. Чтобы вот это было закруглено и тут, и тут. Плюс еще и отфрезеровано. Полуовалом. Полукольцо. И тогда будет хорошо. И это надо снять угол. Петли с этой стороны поставить. И сейчас что? Ящик сделать, это высыхает. И коробок готов. И так само тут. Я уже смотрел, сотрел, как его лучше. Ну, темнит, крадет рисунок. Так, если закрыть вот его. Вот так дверка будет. Еще ручку придумаю там вверху. Так пойдет. Так, эти петли я решил не ставить, потому что при нажатии дверки сверху палец уходит. Если кто-то захочет покататься на дверке, ну, уже зазоров тех не будет. Ставим вот такие. Но обычно она же ставится петля вот так. Сильно высоко. Мне надо вот так еще ближе. Если перевернуть ее на эту сторону, тут прямой угол. Но потай под шурупы с этой стороны. Значит, берем вот такое для потая. Это железная, она будет лучше. Вот я поставил. Одну. Вот так. Их почти не видно. Открывается. И теперь можно уже. Вот тут ручка будет еще. И тут окантовка, и тут окантовка. Вот такая получилась у нас дверка. И так само эти зарежутся. И под вот этим углом я их поставлю. А с этой стороны угол, видите, насколько выше. Тут ничего сложного, просто под вот этот кругляшок прорезать чуть-чуть. И все.
Эти уже пусть катаются, хоть вдвоем. Никто ничего не погнет. А эти, ну, для детворы хлюпковаты. Если сверху нажать, вот это все и латунь может поломаться. Это уже не поломает. Можно было меньше поставить, но там два подшипника, а тут четыре. Это будет лучше. На ручку делаем такую заготовку, как на тех ящиках. Меньше будет она намного, это уберем. Ну, в миниатюре, ну, будет одинаково. Так, тут вклеиваем такие планочки. И зарезать надо тут это ламелиями сейчас. Так, а вот клеим такие, прямо сверху, но они будут фигурные. Тут еще надо ручку и завернуть буртик. Тут вот это яблоня, но если она ровная, ты уже ничего не сделаешь. До того, он пока пилял, пилка черная. Надо уже точить. Тверже нету сейчас дерева в наличии. Даже акация ее крутит, лопается. Это если уже ровная, то ей уже ничего не сделаешь. Хоть ты ее перегни, она никогда ее уже не деформируется. Это такое дерево. Если очки сделала правую с нее, вот так и останется. Сохнет, корежит, но когда уже высохло, это уже вещь. И ручку выклеим с яблоней тут. Тут беленькое пустим, и завернем вот так. С буртиком, с белым вниз. Ну, походу буду показывать. Сейчас склеим эти. Если на окантовку сделать, скажем, ну как раньше делали, и румыны делали, и Советский Союз сделал, как шип тут профрезеровали и одели снизу. Ну, неэффективно. Пробовал. Рассыхается.
приходит через несколько лет в негодность. А так стоит. Это уже опробовано. Скептиков. Что такое? Будем делать так. Вон те, что на плотней мебель с той стороны сделали полочки, то не покрутила ни одну дверку. Выключатель уже достал, пальцем все время его держать. А так удобнее. Ну не хочет помирать. Так, вот это наша ручка будет. Ее надо приклеить, а потом уже прорезать дальше и выбрать. Под ручку у меня вот такая полукольцо отмерил. Сейчас это зачистить. И тут так же самое выбрать. Ну тут еще надо чуть-чуть подровнять. Вот так клеим, а потом уже болгаркой тут прорежем. Все, ничего сложного. Клеим. Сейчас все зачистит. Так, вот это наши дверки. Что с них получилось? Тут выклеили так, но это еще не чистилось. А сверху так. И с торца получилось так. Но это лучше. Я так делаю, кто подумал, не знаю.
Но это еще пока не дверь. Сейчас надо ручку сделать. Делаем ее с клена. Потом вырежем. Чтоб не отбили, потому что, ну вот игрушка идут, зацепили, она же уже будет за шкафчиком. Это ни с какого дерева не выдержит. Делаем вот так, что с этой, что с той. И планочки, ну, они не толстые. Сначала вот одну приклеим, вторую и третью. Они выжмутся, потому что они толстые, изгиб у нас небольшой. А потом прорежем уже ручку. И получится многослойная. Пусть хоть лупят игрушками какими угодно, не отобьют. И это тоже уже приклеено, ну, осталось вырезать. И это ж все отфрезеруем еще. Это на эту ручку, это на эту ручку. Сейчас я их поклею. Тут ничего сложного, не надо по размеру ее вырезать, потому что при приклейке они уходят. Куда им вздумается? А потом, когда уже будет склеено, уже обрезать по размеру. После склейки получаем вот такие заготовки. Че, говорю, чтобы больше его шире делать. Она он разъезжается под клеем. Ну и что? Теперь вырежется. И будет нормально. Сейчас это обрежем, а потом вырежем ручку еще. И завалим ее. И получаем вот такие заготовочки. Нам надо прорезать в середине, ну, примерно так. Это ж еще не все с ним. Ну, чтоб приклеить. Так. Вот это так. Чтобы одинаково было. И так вырезаем. И это также вырежу. Теперь надо подумать, как тут плавно перейти сюда, выклеить. Ну, а тут завернем уголок. Это надо отфрезеровать овалом. Ну, получится такая ручка. Это уже не отобьют. Если просто дерево. Поломай. Да. Но все равно можно стукнуть и отломать. А это нет. Слоеная она.